Сегодня у нас такой непростой день. В этот день мы отмечаем, скажем, это день памяти Николая Степановича Гумилева, 100 лет со дня его расстрела. Но в этом году еще одна юбилейная дата, 135 лет со дня его рождения. И есть у нас еще один юбилей. Это 30 лет со дня основания наших творческих встреч, нашего мемориала поэтам на Бергардовке, который основала Тамара Александровна Левкович, и сегодня здесь присутствуют ее дети, и они выступят. Но мне хотелось бы, чтобы мы наше мероприятие, чтобы открыло наше мероприятие Николай Николаевич Браун, наш старейшина. Здесь наш старейшин, который 25 лет на этом месте, читают стихи, организовывают мероприятия. Оказалось, нас всего лишь 10 человек. Многие старейшины наши уже ушли в мир иной, а за ними идем мы, их дети, а за нами, наверное, пойдут наши дети. Николай Николаевич, можно вас? Николай Николаевич Браун, блестящий поэт, прозаик, переводчик, такой, знаете, убежденный монархист, наш старейшина, сегодня откроет это мероприятие своими стихами. Уважаемые друзья, господа, единоверцы в Гумилеве, 30 лет тому назад на этом пустом месте появились камни русским поэтам, убитым советской властью, у которых нет могил. У Есенина есть могила, но в могиле нет его самого. Здесь имена русских поэтов, которые были известны местным жителям. И Тамара Александровна Левкович, которую я хочу сегодня вспомнить, положила эти камни. Другой местный житель по фамилии Пекур поставил здесь железный сварной крест. Это стало христианским символом поминовения этих поэтов. Я хочу положить эти цветы на этот самый первый камень, на эту закладную плиту великой памяти о великих русских поэтах, созидателях, будущих свидетелях того, что были герои, противостоящие тому времени, были те, кто верил в Россию. Случилось так, что я родился в семье двух поэтов. Первые книги Гумилева у меня были в руках. Это «Огненный столб», «Костер». Конечно, его замечательные книги «Шатер», «К синей звезде» и другие. И для меня было важно, что я имел возможность в моем возрасте расспросить тех людей, которые посещали цех поэтов Гумилева. А это был мой отец, известный поэт Николай Леопольдович Браун. Это еще была Ида Напельбаум. Это дочь известного фотографа, которая тоже посещала цех поэтов. Потом за след от портрета Гумилева на стене ее квартиры она получила срок и поехала в Тайшетский женский политлагерь. Те люди, которых я мог спросить,
доверительно рассказывали мне очень о многом, о чем тогда и сказать было нельзя. Ну, а Николай Степанович, как он всегда думал о России, думал о ее будущем не только земном, но и космическом. Он, я это знаю от самих людей, интересовался учением Николая Федоровича Федорова. Это великий русский философ. Трудами Константина Циолковского. И вот Циолковский, который однажды сказал: «Гении – это локомотивы человечества». Я уже говорил об этом сегодня. Он предвидел таких гениев. К их числу относится Николай Степанович Гумилев. Его биография – ярчайший пример такой гениальности при всех противоречиях того времени, того периода. Он ведь был период войны Первой мировой, представителем при Временном правительстве в России, при правительстве Керенского. Он монархист. Он прошел всю страшную школу той войны. Конечно, его заслуженные Георгии II и еще орден Георгия, это третий, это то, что не только свидетельство наградное. Те люди, которые его знали, всегда боялись за то, что он погибнет раньше времени, а он говорил: нет, все должно быть вовремя в моей жизни, мне нечего бояться, я еще многое должен успеть. Так случилось, что я был арестован в день рождения Николая Степановича Гумилева. Это просто совпадение, это было 15 апреля 69 года. И далее, поскольку у меня были изъяты стихи, я прочел по просьбе судьи то стихотворение, которое вменялось мне в вину, как антисоветское и, конечно, как прославляющее белогвардейца и контрреволюционера. А я таких всегда прославлял в своих стихах. И вот это стихотворение. Конечно, полный зал у меня был чекистов в погонах, поскольку процесс был показательный. Но вот я это стихотворение декламировал. Памяти Николая Гумилева. Не у водопоя, где буйволов стадо, и не под дикарский напев зурны, а в осенних окрестностях Петрограда, где над заводью речною три тихих сосны, и не к африканским водопадам слова его были обращены, а к единоверцам, стоящим рядом, с локтями, связанными у спины. Не конквистадор, чье скрытое имя над бездной в латах в сиянье сфер, а с двумя георгиями боевыми империи российской офицер, конная разведка, полк ли гусарской, где в Индию духа купить билет. Вот расцвел Млечный Путь над Россией царской, садом ослепительных новых планет. Удавка войны мировой все ту же. Горит христианский, исламский ли рай? Уже по мостам, сквозь палачество ужас, летит заблудившийся трамвай. Петербург, как Помпея,
под кровавой лавой. Мастер цеха поэтов, мэтр, прошедший тюрьму, словно пытку, стяжал он несравненное право. Точно вождь выбирать свою смерть самому. Некому знать, как все это случилось. Но для легенд невозможного нет. Так же, как нет ни холма, ни могилы. Там, где с отечеством слился поэт. Спасибо, уважаемые друзья. Не подумайте, что память Гумилева в моих стихах оборвалась с моим арестом, тюрьмой и лагерем. Нет. В мордовских и в уральских лагерях я проявил инициативу отмечать память тех поэтов, которые здесь много лет спустя воплотились в виде камней, убитых советской властью. И, конечно, первым среди них был Николай Гумилев. Однажды произошел такой случай. Это был день рождения Николая Гумилева, который мы проводили в уральском лагере. В уральском лагере Кучино в Пермской области на спецстрогом режиме. Ну, просто над малиновыми погонами были голубые погоны, ЧК, понятно. И вот это 73-й год, 10 марта. Здесь в самом начале цитируется стихотворение Гумилева «Наступление». Но вы это стихотворение знаете. И монолог Хлопуши Есенина. Дело в том, что это стихотворение рассказывает о том, чего не может быть. То есть два поэта встретились в концлагерном зале СССР. Вот это стихотворение. В клубе лагерном Гумилева единоверцем читал я с глазу на глаз. Все о том, как Господне слово лучше хлеба питает нас. Но фонографа валики восковые не сохранили почти ничего. Даже как золотое сердце России мерно билось в груди его. Но отец мой, что в питерском цехе поэтов гумилевское чтенье слышал не раз, мне манеру торжественную эту, повторяя на слух, от забвения спас. Я читал, и так мерно строки гудели, и созвучья их были нам так близки, что как будто над нами взлетали шрапнели, перед нами как будто взлетали клинки, и победа, как девушка разодета, вновь была в жемчуга, и дымился путь. Но негаданно голос другого поэта заглушил меня. Бешеная кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление поэтам? Вдруг с есенинской читкой из радиоузла зазвучала пластинка, как будто обоих поэтов в этом лагерном зале судьба не случайно свела. Проведите меня к нему. Все раздольней. Сквозь помехи эпохи звучал нам
хлопуши рассказ, но в гумилевской манере, на этом турнире невольном читал я, как женщины бредят о нас и только о нас. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо.